Армсдар, кроме достар, в эфире самые народные новости. В студии я, Арнат Утебергенов. Ведущий, особа, той, корпоративы, смело хабарласындар, только технично. Итак, главные новости к этому часу. Кайрата Нуртаса оштрафовали за той в Алматы. Сборная Казахстана по футболу сыграла на отборе чемпионата мира со сборной Франции. Чиновник получил взятку баранами в Шымкенте. Сборная Казахстана по футболу сыграла на отборе чемпионата мира со сборной Франции. Счет матча 0-2. Самое главное, Казахстан забил. А в какие ворота, это уже другой вопрос. Онақты сыйлайтын халық біз ғой. Оговаривают, вратарь сборной Франции во время матча семечки щелкал. Ұятсыз неме. Нормально, шүкір, бұйыртқаны. Біздің вратарь лучший игрок матча. Мокин красавчик. Отбил пенальти лучшего футболиста Килиана Мбаппе. Вот она путевка жизнь дисингой. Теперь Мокин может заниматься не только футболом. Алло, Мокин. Ассаламу алейкум, брат. Халайсын. Не гой. Приложение у меня к тебе есть. Акимом области не хочешь стать? И как раз в честь тебя улицу хотим назвать. И от меня лично мегабайт тебе бесплатно. Это, конечно, наша фантазия. Хотя, кто его знает? В любом случае, наши молодцы достойно держались. Чарайсына, жігіттер. Чиновник получил взятку баранами в Шымкенте. Надеюсь, взятку не в конверте передавали. Нағыз жемқойлық қой мынау. Одним словом, коррупция процветает. Нам надо срочно создать группу антикой. Интересно, зачем помимо 30 баранов еще 11 тысяч добавили? Ну конечно, корм алгурек кой. Аферу с коррупцией просекли практически сразу и отстранили чиновника от работы навсегда. Так что, агайндар, дядка луа койндар, хватит, болдугой уже. Ну короче, вы меня поняли. Печальные новости. Парень в Туркестанской области случайно сбил курицу. Он попросил прощения у хозяев и предложил оплатить стоимость курицы, на что те не согласились и вызвали полицию. Ждем видео извинения, пусть земля ей будет KFC. Наверное, золотые яйца несла. Кымбледоны. Берегись, автомобили деген кино есіме түспет что-то. Полиция должна разобраться досконально. А вдруг это суицид? Наверное, курица теперь по цене барашка обойдется вместе со штрафом. Пародию на Димаша раскритиковали на российском шоу. Так, Максим, пожалуйста. Ну ты авантюристка. Но это была катастрофа. Это было ужасно. Вы меня простите, но это было ужасно. Ну, Димаш Кудайберген невероятен. И я бы вообще никому не советовал брать этот образ. Галкин культурно жаманайт постоит икен гой. Галкин наш. Бірақ бұл шоу пародия гой. Сондықтан қаттысын айтып қажеті жоқ деп ойлаймын. Димаштың әнін айтса, Димаш болып кетпейді гой. В скором будущем Ирина Дубцова выйдет в образе Иманбека, а Моргенштерн будет пародировать Скриптонита. Хотя половина рэперов давно уже это делают. Наши музыканты неповторимы и самобытны. По традиции, новость про нашего любимого санврача Жандарбека Бекшина. Может, уступите свое место? Не мучите себя и всех нас. Известный ресторатор обратился к Бекшину. Бизнесмен предложил главному санврачу изучить опыт других стран, которые эффективно борются с коронавирусом. Самое удивительное, что 20 минут от Алматы и там все работает, потому что, понимаешь ли, это Алматинская область. Вирус там боится находиться. Логика покинула чат тисунгой. Интересно, кому можно обратиться, чтобы вернули весну? Хватит нам ограничивать весну. Надеемся, эта история не будет повторяться, как в прошлом году. И все это скоро закончится. Кайрата Нуртаса оштрафовали за той в Алматы. Сообщается, что Кайрат Нуртас и другие участники тоя были оштрафованы на 30 МРП. Это 87 510 тенге. В принципе, один припев Кайрата Нуртаса может стоить 30 МРП. А прикинь, на этом тое были и другие звезды шоу-бизнеса. Им было обидно, их не узнали. Все лавры популярности одному человеку.
Обратите внимание, главное в маске. Все-таки ждем от Кайрата Нуртаса музыкальных новостей, а не таких. Творческих успехов вам желаем. Это были все новости за прошедшую неделю. С вами был я, Арнат Утебергенов. Сабақты жақсы оқындар, маска киіп жүріндер, жатарда сиіп жатындар. Сау болыңыздар. Да ладно, все, давайте, я поехал. Я автобус, да с каким вообще работает? Вообще непонятно, что за график вообще? Или что, мне такси сейчас крым?